Всем привет! Если вы столкнулись с такой же проблемой, как и я, при установке Windows появляется предупреждение, что на данном разделе находится таблица MBR и дальнейшая установка невозможна. Сейчас я расскажу вам, как решить данную проблему и какие способы существуют. Первый способ – это изменение схемы разделов диска с MBR на GPT. Можно конвертировать раздел или изменить. В данном виде мы не будем делать этого, но я сразу хочу вас предупредить. Если вы пошли по этому пути, то лучше сделайте резервную копию ваших данных, так как возможна их потеря. Второй способ. Так как у меня ноутбук Hewlett Packard, я буду показывать на его примере. Но у компьютеров и ноутбуков других производителей принцип будет весьма схожим. При перезагрузке нажимаем Escape, выбираем Startup меню. Отсюда можно войти в BIOS, либо выбрать режим загрузки устройств. Нажимаем F9. Появляется меню, из которого можно выбрать загрузку с жесткого диска, загрузку с флешки в режиме UEFI, ну и также другие опции. Нам же необходимо выбрать Legacy режим, это то есть загрузка с флешки без UEFI режима. Выбираем. Теперь снова выбираем установку, и мы видим, что ошибка более не появляется. И теперь мы можем установить систему на выбранный раздел без всяких помех. Спасибо всем большое за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.